каждой акварели сейчас нужно найти самое подходящее место. И музейщики не случайно это делают под звуки Вивальди и Людовика Эйнауди. Вместе с музыкой пейзажи Зайцева, кажется, оживают и дарят особенное осеннее настроение. Автору этих картин Ивану Зайцеву 38 лет. Он профессиональный иконописец, и оттого, наверное, акварели дышат спокойствием и умиротворением. Кстати, музейщики уверены, гостям выставки картины тоже обязательно нужно рассматривать под музыку. Подборка композиций уже сделана, так что каждый гость будет любоваться акварелями под звуки волшебной лирики. Вот эта выставка, которая будет проходить у нас в октябрьские дни, она осенняя и по тону, и по звукам. Но кто сказал, что осень депрессивна? Она, сама осень, этого не знает. Это мы так решили. И поэтому мы приглашаем к нам в музей на выставку «И приснятся мне звуки» людей, которые хотят отдохновения, хотят наполнить свою душу музыкой, порадовать глаза и уши. Хотите не только увидеть, но и услышать акварели Ивана Зайцева? Тогда приходите в музей Ависмы. Выставка «И приснятся мне звуки» будет работать для сотрудников и ветеранов комбината до 3 ноября включительно.